coming every night. So hard to keep you satisfied. Oh, come play in love like it was just a game. Pretend to feel the same. Turn around and live again. Кажется, на самом деле. Как тебя Отлично. Зовут? Спасибо. Меня зовут Олег, мне 24 года. Я родился в Магадане, потом переехал с семьей в Екатеринбург. Жил там всю жизнь. Магадан. 5 лет живу в Москве. Класс. Как дела здесь? Но я по псевдониму больше. Фамилия у меня такая, она абсолютно не телевизионная. Не очень. Смешная очень даже. Ну-ка. Не надо говорить. Давай посмеемся. Давай, Кривиков. Как? Кривиков. Но псевдоним Майами у меня. Фамилия. Майами? Абсолютно. Кривиков. Welcome to Фамилия Miami. Получше, поинтереснее, так сказать. Фамилия поинтереснее. А мне нравится. 100%. Кривиков. Спасибо большое. А зовут? Олег. Олег. Фамилия. Я буду называть вас просто красавчик. Фамилия. Называйте меня Полина, как хотите. Сегодня. Хочу прямо сказать, что ты нужен нашей команде. У нас очень много девушек. Что? Да, прошу Василий. Прощения. У нас, мне приходится, я прошу прощения. Очень нужен. Вась, я все понял, да. Олег, ну ладно, я встаю, я поняла. Полина, не стоит, Полина. А? Ничего, все хорошо. Смотри, у меня стоит. У меня план лучше, Олег. Ты идешь кому-то из них. А вот так гораздо лучше. Да подожди ты, дай я план свой расскажу. Еще, Полина, еще. Дай я план расскажу. Полина, мне мало. Александр Борисович, можно, пожалуйста, секунду? У меня Полина, план. Еще. Ты идешь кому-то из них, да? Нет. Неважно кому, их вот раз, два, три. Поешь там ужасно. Что? Ужасно поешь. Так же, как сейчас. Специально, да. Да, ну, примерно так. Именно так, точь-в-точь. Они тебя сливают, а я тебя забираю, и после этого ты поешь хорошо. На самом деле... На самом... А я сливаю, после ты поешь хорошо, и тогда тебя сливаю уже я. Очень, все нормально. Очень серьезно, Александр Борисович. Это очень серьезно. Немного Александр таких... Борисович, очень серьезно, но неубедительно. Я знаю. Конечно, знаешь, как? Я тебе скажу, как будет. Как будет на самом деле. Мы тебя сольем даже, если Александр Борисович тебя не возьмет. Что ж я тогда остаю-то? Я лучше знаю. Знаю правду. Олег. Ау. Поза номер 64Б. Я тебе говорю, вы я наговорились, тебе по-человечески. Вы наговорились уже. Мол. Дай сказать! Правда, я тебе говорю через экстренный случай, экстренный момент сейчас. Не будет Полин, со мной пожалуйста. Экстренных случаев. Со мной не будет экстренных случаев, Олег. Потому что, послушай, во-первых. Я в очень хороших отношениях с Александром Борисовичем. Раз. Это обман. Это чистая правда. Это игра. Два. Я тоже не промах. Я смотри сюда. Знаю. Сейчас в конце будет самое интересное, когда начну говорить я. А ты... Просто... Ну, я слушаю. Спасибо. Полин, смотрите, если бы я делал выбор просто как мужчина конкретно, да, с мужской стороны, но то естественно, я что я бы, естественно, не только вас выбрал, я только подошел бы, вас взял бы на руки, кружил бы в танце. Выбрал меня как но мужчина. Но я все-таки, да, я все-таки смотрю Олег. Профессионально да. Подумайте, Олег, вдох. Полина, вот, давайте говорите. И не Полина.
Полин, я о чем вам говорю, что самое интересное начнется в конце. Что... Друзья, я хочу сказать так, что, Полин... Нет, я не разговариваю с вами. Вы безупречно. Полина, вы безупречны, вы талантливы, вы красивы. К вам, ну, придраться абсолютно не к чему. И, в принципе, я бы мог пойти к вам, потому что и формат, в принципе, музыки мой. Я знаю, что вы что-нибудь придумали бы. Подходит. Вот. Вась, я тебя знаю, да, и я знаю твою музыку, и был на твоих концертах. Мы тебя найдем, я все понял, мы тебя найдем. Я знаю. Я был на твоих концертах, да, я делал вместе со всеми вот эти движения, мне это безумно нравилось, и я знаю почти все песни наизусть. Александр Борисович, вас уважаю просто как человека, который здесь не просто так оказался в новом составе. Я не вы просто старший, так. Вы старший, вы старожила этого судейского всего. В общем, старое жило. Но у меня, честно, я долго думал, что я мог бы поэкспериментировать с Васей там, да. Но мне, правда, мне интересно... Со мной. Самый лучший день... Заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл. Я дожил до сегодняшнего дня, друзья. Я хочу сказать, что я с полной уверенностью хочу пойти к Григорию Лепсу. Извини, дорогой.